Местам массового скопления людей повышенное внимание. В Самаре усиливают контроль за работой ресторанов, кафе и ночных клубов. После проверки специалисты городского департамента по вопросам общественной безопасности выявили 5 заведений, которые нарушают правила. Напомню, в вечернее время рестораны, кафе и ночные клубы могут работать только при условии 50% заполняемости помещений. В отношении директоров составлены протоколы по статье 20.61.1. Протоколы направлены в суд для рассмотрения. Проверяющие составили список почти из 3 десятков заведений, которые работают в ночное время. Глава города Елена Лапушкина поручила районным администрациям совместно с представителями Роспотребнадзора и полиции провести рейды. Есть действительно нормативные документы, которые совершенно четко определяют, какие организации имеют право работать, какие не имеют права работать, и либо при соблюдении каких условий у нас организации могут работать. Вот именно эти правила мы и проверяем. Мы проверяем это совместно и с органами полиции, мы проверяем это совместно с Роспотребнадзором. Внутригородские районы, сотрудники, конечно, принимают самое активное в этом участие. Надеюсь, что все руководители уже осознали свою ответственность в данном вопросе. И, конечно, с каждым штабом фиксируется несколько меньше нарушений, чем было раньше. Особое внимание сейчас к фитнес-центрам, баням и аквапарку. Все они также могут работать только при условии соблюдения ограничительных мер. Проверки грубых нарушений не выявили. Также повышенное внимание проверяющих к фудкортам в торговых центрах. Находиться там могут только взрослые. Детям без сопровождения родителей пребывание там запрещено. С начала действия этой ограничительной меры в Самаре составлено 75 протоколов. Лариса Шлафас, Николай Епифанов. События.